Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор от сайта AppsVideoReview.ru. Представляю вам программу Simplicity. Simplicity – это Android-клиент для сервиса облачного хранения и синхронизации файлов Simplicity. У сервиса есть программы для всех, для большинства платформ, для Windows, Mac, iPhone и также для Android. Вот эту программу сейчас рассмотрим. После запуска программы мы видим 4 основных пункта меню. Newsfeed – это список файлов и обновлений файлов, которые недавно произошли. Здесь видно, кто и когда что сделал. Файлы и фолдерсы. Files and folders – это, соответственно, все файлы и папки, в которых хранятся файлы. Файлы, как мы видим, это картинки в основном. Видно, есть превью этой картинки. Фишка в том, что файлы не скачаны на телефон, а находится в хранилище и открывается только по мере необходимости. Как только вы скачали файл, появляется такая зеленая галочка около него, и это означает, что файл больше скачиваться не будет. Upload – это все файлы, которые вы закачали. Закачать можно файлы напрямую из меню, выбрав его, например, из раздела «Фотографии». Так, а также можно отправить файл в Simplicity, используя стандартные свойства Android. Simplicity добавляет себя в список. После того, как вы начинаете скачивать файл, вам предлагают выбрать папку, куда вы будете его закачивать. И начинается закачка. Во время закачки в панели висит значок Simplicity, отмечающий, что происходит какое-то действие. Так, есть пункт настройки, но настроек здесь реально нету никаких, кроме возможности посмотреть данные о том, сколько занято у вас места и к какому аккаунту сейчас вы подключены. Вот такая вот простая, но в принципе достаточно эффективная программа. Можно рассматривать ее как аналог или замену Dropbox. Simplicity у себя на сайте обещают, что файлы все хранятся в зашифрованном виде, но если вспомнить, то Dropbox тоже обещал, что файл хранится в зашифрованном виде, но в дальнейшем выяснилось, что это не так. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, голосуйте за нас, делитесь ссылками, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, до свидания.